Значит, на масло половин свойства применения, вот, а можно самой приготовить? Можно, это Асият Лапитова спрашивает, что-то, наверное, полынное масло или что-то там такое. Да, можно. Так, Ирина, ну мерцательная аритмия не только от алкоголя и нервных потрясений. Я понимаю, что мерцательная аритмия может иметь различные причины, но я как светоч здорового образа жизни и народной медицине, я смотрю сначала, так сказать, ставлю диагноз. Что с человеком? Я вижу человека конкретно. И есть такая вещь, как опрос. Пара, там тройка всего лишь навсего, знаете, этих вопросиков, и картина становится ясным. И потом даются советы, и которые человек выполняет, подтверждают, что у него это исчезло. То есть вот в чем. А так, конечно, причин огромное количество, и на все эти причины имеются там, допустим, свои какие-то рецепты, но надо знать, какой рецепт, какую рекомендацию дать именно конкретному человеку. Что я вам и продемонстрировал. А все остальное это там болтовня. Причин много, да, много. Важно во всем этом разбираться. Ирина Довгань. С грибком буду бороться мокрой рубахой и керосином. Раньше пробовала плащ, но до жара не получалось разогреваться. Значит, для того, чтобы разогреться до жара, вот этот вот мокрая рубаха или плащ, надо создать парниковый эффект. То есть так себя укутать вот этими тяжелыми потом одеялами. Ну, примерно вот как я делал. Значит, постелил целлофан. На этот целлофан простынь мокрую, холодную. Я обернулся в этот, значит, простынь. Вот от пяток до этого. Холодно было. Тут, конечно, должен быть помощник. Желательно далее опять целлофан положить сверху. Зачем целлофан? Потому что дальше ложатся два-три такие толстые, ватные, знаете, тяжелые одеяла. Самому это сделать трудновато. Для того, чтобы эти одеяла не намокли. И вот так вот у вас только голова. И в результате после сначала охлаждения идет потихонечку разогрев, поднятие температуры и начинает вот это все выделяться. Значит, здесь С грибками. Это так я рассказываю. Искать ошибки. Опять-таки, я вот тут все до этого рассказывал. Я бы здесь использовал тмин. Семена тмина. Взял бы эти семена тмина. И постоянно их туда. Понимаете? Не просто там месяц, полгода. А на постоянку. Я, знаете как, больше-меньше... Допустим, 1/4 там применяю, 1/5 чайной ложки этих семян тмина. А потом чувствую, смотрю, ага, стул какой-то у меня несколько расслабился или что-то не такое. Я тогда только раз практически чайную ложку. Ага, вижу, стул закрепило. Все, хорош. Меньше дозу. То есть регулировать надо. Я же вам диагностику там целую описал. Зачем я вам давал все это дело? Смотрите, как диагностируют, искать ошибки. Искать ошибки это как раз в диагностике. Вы смотрите, что у вас получается. Дегтярную воду, ну можно попробовать дегтярную воду. Лучше ее попробуйте где-то летом. Склерозом, артритом или что там, с ревматическим артритом. Или идут паразиты сустава, расправятся пальцы. Да, как правило, все это взаимосвязано. Но я это уже говорил. Вы смотрите мои видео. Вот знаете, вот так вот это. Куча всего. Смотрите. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего.